Сильные снегопады обрушились на Восточную Европу. В Румынии метель не прекращалась все выходные. По данным властей, 2 человека погибли, более 400 пришлось эвакуировать из их автомобилей. В стране объявлен красный уровень опасности. Перекрыто несколько автодорог национального значения, нарушено движение железнодорожного и воздушного транспорта, закрыты морские и речные порты. Кроме того, оказались отрезанными от внешнего мира десятки населенных пунктов на юго-востоке страны. На расчистку дорог в наиболее пострадавшие районы отправлены 5000 полицейских, 2500 добровольцев из аварийных служб и 1300 дорожных работников. Синоптики прогнозируют тяжелые погодные условия в уездах Бузеу, Брыила и Вранча. Школы в понедельник закрыты по всей стране. Аналогичная ситуация сложилась и в Болгарии. Снег на дорогах привел к многочисленным авариям и пробкам. В Польше после того, как температура упала до минус 24 градусов, за сутки погибли 11 человек, в основном это бездомные. Местные власти в срочном порядке открывают приюты и организуют бесплатное питание для тех, кому негде жить.